Тысячи радикальных мусульман вышли на массовую демонстрацию в центральном Тунисе, требуя введения в стране шариатского законодательства. «Люди требуют исламского государства», – скандировали собравшиеся. «Люди требуют шариата». По данным полиции, число собравшихся на митинг колеблется от 8 тысяч до 10 тысяч человек. Также демонстранты выражали недовольство инцидентом, якобы имевшим место на прошлой неделе в Тунисе. В мечети на юге востока Бен-Гуирдан экземпляры Корана были найдены разорванными, а стены мечети, считающиеся оплотом салафитов и основным местом собрания радикальных демонстрантов, были забросаны яйцами и изрисованными изображениями так называемой «звезды Давида». По всем признакам это можно считать провокацией. Напомним, что ранее лидер правящей исламской партии Энахда заявлял, что включать в будущее законодательство Туниса прямые ссылки на шариат пока не планируется.